біздің бас прокурор жоғарғы сот қанағаттандырды. Қанағаттандырып, енді Салтанат Құсман қызын 8 жылға соттайтын болды. Оны қайтадан абақтыға жіберетін болды. Біздің бас прокурорымыз осындай заңсыз наразылық жіберді. Ал біздің сотымыз Жүкенов Мұрза өзі, Жүкенов Мұрзаның өзі басқарып отырды сотты. Енді сол қанағат, сол бас прокурордың наразылығын қанағаттандырды. Сөйтіп енді Салтанат Құсман қызын апелляциялық сот, Салтанат Құсман қызының ісі бойынша апелляциялық сот сатысының қаулысын бұзып, бірінші сот сатысының үкімін заңды деп санады. Ал бірінші сот сатысы Салтанат Құсман қызға 8 жыл берген. Ал енді айтайық, бұл жерде бас прокурор негіздерінің бәрінде жалған ақпарат, және де негіздері жоқ, Жанвейдің жалған әрекеттері, жалған сөздері, сол жалған көрсетімдерге ешқандай көңіл аударған жоқ. Сегодня у нас не очень хорошая новость. Верховный суд председательством господина Жукенова удовлетворил протест генерального прокурора, в чем мы и не сомневались. Генеральный прокурор в своем протесте считает, что решение, то есть приговор суда первой инстанции, где Салтанат Құсман қызы была осуждена на 8 лет лишения свободы, является законным. А постановление апелляционной инстанции является незаконным. То есть таким образом получается, что Верховный суд удовлетворил... Верховный суд удовлетворил протест генерального прокурора, и Верховный суд считает, что те доказательства, которые добыты были, все они добыты законно, и никаких нарушений прав не было. На сегодняшний день мы понимаем, что генеральный прокурор стал на защиту прав Чжан Вэй. Это, я еще раз говорю, это то ли китайский бизнес, то ли это бизнес наших, который касается китайских денег. На сегодняшний день мы абсолютно понимаем, что это дело носит политический характер. Почему носит политический характер, я вам объясню. Потому что в этом деле замешаны незаконные деньги. Здесь есть черная касса, черная бухгалтерия. И прокурор закрыл, генеральный прокурор закрыл глаза на эти незаконные вещи. Мы понимаем, кто за этим стоит. За этим стоят бизнесмены. Некоторые говорят, что за этим стоит именно бизнес родственников Ельбасы. И это абсолютно понятно. Мы же знаем, Багдад, расскажи. Ну расскажи, что они говорили тебе? Айтшы, Багдад, айтшы на бизнес туралы. Бұның артында кім тұр деп айтты? Кім тұр деп айтты? Нақты айтшы? Айтқа айтсаңшы енді? Қайсына? Мына осы... Асай компанияның артында, кімнің компания? Асай компанияның артында Болат Назарбаев тұр деп айтқан. Сонда бұл Болат Назарбаевтың компаниясымен арналасқан дейді. Люди говорят о том, что это Асай компания и ЛТД, вот Митлс, да, вот этот Митлс, они связаны с, значит, с компанией Болата Назарбаева, брата Назарбаева, брата Ельбасы. То есть, когда касается вот такого семейного бизнеса, у нас, значит, получается, закон не работает. Нурдаулетов, кто вас назначил? Булат Назарбаев назначил? Эту сплетню мы слышали давно. Нурдаулетов, сізде ят жоқ. Бәрімізай, бәр, елдің бәр айтыр. Сізді сол жерге отырғызған Булат Назарбаев дейді. Ал енді елдердің бәр айтып атыр. Булат Назарбаевтың компаниясымен қарым-қатынасы бар дейді. Сіз неге мына қара бухгалтерияны тексерген жоқсыз, Қытайдан келген ақшаны? Бәрімізді өлтіресіз бе, бәрімізді соттайсыз ба? Уважаемые мои друзья, я хочу сказать, это абсолютно незаконное решение суда. В нашей стране очень трудно говорить о правосудии в свете последних наших вот этих событий. Бәріміз естідік. Естіген деген ол бір. Бірақ естіп тұрып, біз ойлаған жоқ біз. Ол шынымен Болат Назарбаевтың компаниясымен қатысы бар ма, жоқ па. Бірақ мұны әкпес айтып отыр. Тағы басқаларды айтып отыр. Нұрдаулетті сол Болат Назарбаевпен қарым-қатынастары бар. Бұның негізі сода жатыр дейді. Сол үшін бұл жерде бізде әділдік болмайды. Болат Назарбаев, сізде ұят болса, мына қазақтың қызын 8 жылға соттатқанын сіз ойлап тұрсыз ғой деймін, біз білмейді деп. Елдердің бәрі сізді айтып атыр. Мен сізді үйтіп айыптағым келмейді, себебі мен адвокатпын. Мені адвокаттық этикамен аузымды жауып отыр. Бірақ мен сізге айтайын дегенім,
осында әділетсіздігің бәріне де қашанда болғанмен болат бітет осы бір күні. Сіз білесіз ба, сіз не істеп тұрсыз қазір? Біз құрметті генерал, құрметті деп айтқым келмейді сізді. Бас прокурор, сіз құрметсізсіз. Маған сіз құрметсіз. Я вас никогда не уважала и не буду уважать. Потому что действительно так. Вы можете нас судить. Вы можете нас что угодно делать с нами, да, но вы имейте в виду, что вы бессовестны, потому что ваши вот эти все, то, что вы написали, ни одно не находит подтверждения. Вы сейчас стали на защиту незаконного бизнеса, и все плачут, эти женщины плачут, потому что вы бессовестны. У нас нет никакого правосудия. Ешкандай бізде әділеттілік жоқ бұл жерде. Болмайды. Тағы айтамыз бар ма? Айтыңызшы. Айтасыз ба? Ну, в общем, я хочу сказать следующее, как адвокат, что в этом деле изначально было что-то не то. Тогда, когда бостандыкский судья, судья бостандыкского Кудабаев убрал, да, этот, нет, ну убрал, как это, запись Тебаргой, где они стали минуту молчания китайского гражданина Жакулина, да? Жакулин, Жакулина, да, это они делали, когда первый суд инстанции был. Тогда уже было понятно, здесь что-то не то. Потому что здесь слишком было так странно все. Очень много доказательств подделки, очень много черной бухгалтерии. И прокуратура должна этим заниматься. А господин Нурдаулетов, вы можете радоваться. Знаете, вы выиграли этот процесс, а мы проиграли. Но мы не проиграли, потому что проиграл весь народ. Бүткіл ел жеңілдік біз. Себебі біз бас прокурорға жеңілдік. Осы жерде ана Булат Назарбаевтың қойылған жима, біле-біле сонда өсек айтып атыр. Біз білмейміз, ол шым ба, өтірік ба. Үйтіп айталмай мен. Бірақ елдің бәрі мен айтып отыр. Булат Назарбаев пенен... Прокурордың бәрін сатып алды деп, елдің бәрі ана кам, тас, керамика, тас берді деп. 16 мың долларын керамика тас беріпті Бостандық ауданының прокурорына. Медекіш, медекіш. Жаңлый, 16 мың долларды керамика тас беріпті. Сөйтіп прокурорды сатып алған. Прокурорды сатып алған. Мекешевті сатып алған. Сөйтіп өсек айтып атыр ғой, иә? Сондай өсекті де ессіздік. Алана Назарбаев деген шығар, оған дәлеліміз бар. А Болат Назарбаевтікі дегені ше? Оны да біреулер айтты. Оны да біреулер айтты, салтанаттың осындай жұмысына көмектесесіз ба деп. Көмек сұрап барған кезде ол айтыпты. Не деп айтты? Мен ол Асай компаниясымен бірге істеп жатқан бизнесім бар, мен араласа алмаймын деп айтыпты. Ол кісі ма? Иә, сол кісі. Мүмкін ол бизнес ғана бар шығар. Ондай қатынасы жүрген. Бірге бизнес жасаймыз. Бірге бизнес деп жатады ма? Иә, бірге бизнес жасаймыз, содан кейін мен айта алмаймын деп айтыпты. Ну я что хочу сказать? В принципе, я уже несколько раз слышала об этом. И также я хочу сказать, когда у меня машиной проблема случилась, она Эстер Далушевна, Жалушевкин Эстер, Вер. Когда с машиной была проблема, мне тоже люди говорили о том, что это ребята, говорит, Булата Назарбаева, когда касалось это, бизнеса Лювей, что она там что-то не подписала, что-то там произошло. И вот эта полиция вся работает на... Полиция и прокуратура работают под эгидой Булата Назарбаева. Вот, посмотрите, все мои... Вот все оно, что у меня сгорело, да? Вот. Все вот то, что сгорело, это вот Кусман Кызына. Все там кричали «Агадыль». Нет, не «Агадыль», вот вам. Пожалуйста. Вот это все дела, которые у меня сгорели в тот момент. И то, что у меня осталось от этих дел. Күйіп қаған. Күйіп-күйіп қаған. Сол үшін біз айтаймыз дегеніміз, бұл рас шығар, мүмкін рас деп ойлаймыз. Себебі біздің бас прокурорымыз отставкаға кету керек. Нам не нужен такой прокурор, который защищает чей-то бизнес. Это незаконное решение, и ничего мы с этим сделать не можем. В стране, когда отсутствует правосудие, господин Жукенов, вы знаете, честно скажу, да, вы меня не удивили. Мен сіздің шығарған шешіміңізге солай болады ма деп ойлағам негізінде. Мына кісілерге айтқам, солай болуы мүмкін деп. Себебі бұл жерде заңдылық жоқ, әділеттілік жоқ. У нас нет никакой справедливости, у нас нет никакого, извините, правосудия, когда вот такое происходит. И то, что само по себе, что генеральный прокурор такой протест написал, вы знаете, этот прокурор, который сейчас, он даже нормально прочитать не может. Он даже не знает некоторые вещи, некоторые детали. Все построено на фальсификации. Я хочу сказать, вы должны уйти в отставку. Вы сейчас сделали незаконные вещи. Вы сделали неправомерные вещи. Сізде ұят жоқ. Ұят жоқ, генеральный прокурор. Соттасаңыз, соттай беріңіз. Сізде ұят жоқ. Сізді мен сыйламаймын. Не істесеңізді соны істеңіз. Бұл
түсініп тұрмыз, бұл жерде саясат бар. Себебі бұл бизнес айтып отыр ғой. Неге олар айтады? Шөптің жел болмаса шөптің басы. Я қимылдамайды деп. Болат Назарбаев, Болат Назарбаев, Болат Назарбаев, Болат Назарбаев деп айтады. Ана Лювейде де солай болған болатын. Машинамды анандай істеді. Бәріміз білеміз. Ертең бізге проблема болуы мүмкін. Сонда да айтамыз. Елге айтарымыз. Бұл жерде ешқашанда әділеттік болмайды. Сау болыңыздар. Все, жылама. Я выше адвокат ретінде мұндай айта алмаймын негізінде.